Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля. Я сегодня без макияжа, от слова совсем. Я знаю, это выглядит, наверное, не очень круто, красиво, но я хотела сегодня показать вам, как я подготовлюсь к Дню Святого Валентина, начиная от 0 до 100, то есть начиная от моего ухода и заканчивая макияжем. Если вам интересно посмотреть, как из такого можно сделать вот такое, то тогда смотрите это видео до конца, надеюсь, вам будет интересно. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, но мы начинаем. Поехали! Я считаю, на самом деле, что залог хорошего макияжа — это не только, там, знаете, супер хороший, дорогой или даже дешевый тон или праймер, а это еще и предуход, и поэтому я уделяю достаточно большое внимание уходу, то есть для меня это как ритуал, и надеюсь, вам это будет интересно посмотреть, чем же я пользуюсь, ну вот прямо сейчас. Итак, первое, с чего я всегда начинаю свой уход, это, конечно, я мою руки с мылом, потому что я считаю, что всегда можно занести какие-то непонятные микроорганизмы неприятные на свое лицо, и из-за этого, допустим, у вас могут возникнуть прыщи, а этого мы не хотим. И первое, с чего я хочу начать сегодня, это тоник от I'm From, это рисовый тоник, мне кажется, о нем очень многие люди знают, те, кто увлекается корейским уходом. Это тонер, ну или тоник, да, это тонер, хорош тем, что он очень и очень так легонько эксфолирует вашу кожу, и при этом ваша кожа становится такой прям очень сияющей, и как будто бы она гораздо более ярче выглядит. Тон кожи улучшается, я бы сказала это так. Его нужно взболтать, естественно, и он приобретает такой красивый, приятный белый цвет. Я не использую никакие диски ватные, потому что вот тонеры такой консистенции гораздо лучше наносить именно похлопывающими движениями. Очень хорошая привычка, когда вы делаете свой уход, наносить какой-нибудь бальзам для губ, таким образом выбиваете двух зайцев, в общем, губы ваши увлажняются во время ухода, и потом уже вы можете просто его стереть и нанести вашу любимую помаду. У меня бальзам для губ от бренда Mana Kadar, я получила его в своем Ipsy Boxy, по-моему. Это прикольный бальзам, мне нравится то, что в нем имеется аппликатор, который позволяет вам нанести его без проблем, и это очень удобно, не нужно марать пальцы также. Так, тонер у нас впитался, все отлично. Теперь я хочу использовать свою подготовку к основной эссенции, которую я использую. Это первая эссенция от бренда Secret Key. Здесь у нас Galactomyces в составе. Эта эссенция также очень знаменита у тех людей, кто увлекается корейским уходом. И опять же, мы наносим совершенно немножко на ладони. Я иногда, когда начинала только первый раз использовать эту эссенцию, вот именно первую эссенцию, я наносила очень много, и я удивлялась, как так у меня все капает с лица, ну то есть, да, нужно совершенно немножко и похлопывающими движениями это все наносить. Дальше я буду использовать свою любимую, уже я пробую второй раз, эту эссенцию от Neogen. Эта эссенция также достаточно знаменита своими свойствами, и очень многим людям она нравится, потому что здесь минимальный состав, и она реально творит чудеса с вашей кожей. Какого бы блогера я ни смотрела, все отзываются об этой эссенции положительно, и на самом деле я всегда удивляюсь, как так... Американские блогеры, они почему-то только говорят, ну, там, о умывании. Я, кстати, умыла свою кожу перед этим об умывании, о сыворотке, о креме для глаз и как бы все. То есть не упоминают они вообще слово эссенция, как будто бы они не хотят вносить корейский уход в свой режим ухода. И для меня это немножко странно, мне иногда хочется видеть, чтобы американские блогеры, которых я смотрю, например, более были открыты к каким-то новым, я не знаю, веяниям ухода за кожей. И моя самая любимая часть — это использование сыворотки. Сегодня я буду использовать сыворотку от Aqual. Это сыворотка с лакрицей, и она нормализует также pH-баланс кожи, то есть здесь он нейтральный, а именно 5,5. Вот, эта сыворотка также очень хороша для того, чтобы сделать тон кожи гораздо ярче и увлажнить ее, конечно же, тоже. Дальше, конечно, мы закрепляем сыворотку кремом. Я буду использовать крем от Pharmacy. Крем в гелевой форме, и здесь имеются у нас экстракты папайи и также моринги. Меня определенно очень бодрит цвет этого крема, такой зеленый, освежающий.
После увлажняющего крема я наношу крем для глаз. Я буду использовать крем от Glam Glow. Это их, так сказать, маленькая версия этого крема. На самом деле, я была удивлена, насколько долго я пользовалась этой миниатюрой. То есть я пользовалась ей, может быть, месяца два, и у меня осталось здесь еще достаточно большое количество крема. Крем этот хорош тем, что он также подсвечивает очень хорошо зону вокруг глаз. Это то, что нам нужно на День Святого Валентина. Кстати, крем этот, он, знаете, такой достаточно жирный. Вот есть крема гораздо более легкие. Наверное, мне нравятся чуть более легкие крема. Но этот крем чем хорош? Тем, что он действительно делает так, что вот виден результат того, что у вас кожа как бы светится вот именно в этой зоне. Каждый день я использую крем от солнца. Я купила на корейском сайте этот крем от Bior. Мне он нравится. Это неплохой крем. У него очень интересная текстура. Кстати, здесь SPF 50+. И также в нем имеется защита от ультрафиолетовых лучей, что очень здорово. Крем недорогой. Он стоит долларов, по-моему, 12 или 13. И на него отзывы действительно очень хорошие. Единственное, что, ну, мне показалось немножко таким необычным, это текстура его. Вот в прошлом видео я говорила вам, что, ой, там какие-то спирты в составе. Здесь также имеется спирт, ну, хороший спирт, я так понимаю. Но я чувствую его, то есть, наверное, я привыкла, чтобы солнцезащитный крем был, ну, просто таким обычным гелевым. А здесь я чувствую вот этот запах спирта. Вот, и я вспоминаю, что отзывы на этот крем хорошие, и так я думаю, ну ладно, наверное, это нормально, что я чувствую этот, ну прям, запах с притяги. Без крема я вообще никуда не хожу, то есть неважно, даже если я дома нахожусь, и даже если не буду делать макияж, всегда делаю уход, даже через не хочу, и наношу вот всегда крем солнцезащитный. Потому что наше лицо – это наша визитная карточка, и недаром все корейцы, они используют солнцезащитные крема, начиная с подросткового возраста. После нанесения крема я всегда жду где-то около 30 минут, и только потом наношу макияж. Сейчас я к вам вернусь, и мы уже будем делать сами макияж для Дня Святого Валентина. Ну что, ребят, я вернулась, я сделала свои волосы, я использовала всего лишь плойку. Это всегда не очень сложно использовать, как мне кажется, вы примете для волос, для того, чтобы сделать такие кудри. Очень естественный получается результат, и это всегда очень быстро, и, ну, да, это легче. Мне почему-то хочется сделать акцент на такой сияющей коже, как будто бы ты сияешь изнутри. Мне кажется, это то, что для меня означает макияж на День Святого Валентина. Кстати, мне интересно очень, ребят, празднуете ли вы День всех влюбленных или, ну, нет, не так, потому что в США это очень большой праздник, и, как бы, да, мне кажется, когда я даже в России была, это празднуется, но мне кажется, что не настолько, например, как 8 марта или там, я не знаю, 23 февраля. Хэллоуин также очень хороший тому пример, потому что здесь он празднуется вовсю, а в России же это, ну, не знаю, наверное, просто причина пойти в клуб, например, или в бар. Итак, я хочу начать, скорее всего, с одного из своих самых сияющих праймеров, как мне кажется. Этот праймер от NYX, он действительно дает такой, знаете, прям очень-очень хороший сияющий эффект сияния на вашей коже, я бы сказала так. Он стоит недорого, и мне нравится, что я получаю за эти деньги. А мне нравится тот факт, что в этом праймере можно видеть сами, как, знаете, частички золота, что-то вроде того. Это очень красиво смотрится. Эффект, он реально заметен сразу же. Очень такая интересная текстура праймера этого. Это вообще из новой коллекции праймер, и он чувствуется как такие сопли. И, кстати, он такой немножко липковатый. Прям это чувствуется. Видно на лице, как мне кажется. Но это значит то, что основа тональная очень хорошо прям прилипнет к вашему лицу. Это то, что нам нужно. Для бровей мы возьмем сегодня помадку от Анастасии Beverly Hills. Не Anastasia Beverly Hills. Она у меня в оттенке Soft Brown. И я почему-то начала гораздо больше любить ее сейчас, чем тогда, когда я ее купила. Ее нужно правильно использовать, то есть она может быть реально очень такой, ну, темной покажется вам изначально, но когда вы используете правильную кисть и правильную технику, то это все будет смотреться очень-очень естественно. Я всегда люблю начинать именно с этой части брови, чтобы понять, в какую форму я хочу сегодня сделать. Я придерживаюсь обычно классической формы, которая
изначально имеется у меня. Очень многие люди говорят, что нужно оставлять форму бровей, которая у вас изначально есть, и это то, что вам подходит. То есть я с этим согласна, на самом деле. Видите, насколько сразу эта помадка выглядит такой темненькой-темненькой. Наверное, мне нравится больше, когда я хочу, чтобы мои брови были заметно. Я добавлю карандаш от Анастасии Beverly Hills в оттенке также Soft Brown. Это у меня мини-размер. Так, ну что, брови у нас готовы. Теперь давайте перейдем к нашим глазам. Для начала я возьму праймер от Urban Decay, свой любимый. И почему-то мне сегодня захотелось сделать макияж с палеткой от Huda Beauty Mercury Retrograde, ретроградный Меркурий. Я еще тот человек, который не попробовал ее палетку, ну вот прям вот полностью. То есть я попробовала, может быть, сделать один макияж, и все. Я знаю, очень многим людям она понравилась, и мне кажется, это именно та самая гамма, которая очень необычна. У меня сейчас столько много палеток, в которых имеется такая, как розоватая гамма, вот, ну, такая, знаете, обычная, типичная на Валентинов день, но мне почему-то показалось, что эта палетка, она будет как будто бы чуть более другой, более уникальный, что ли. Особенно шиммеры, здесь они так и манят, так и манят. Это будет чистый экспром, поэтому надеюсь, у нас сегодня что-то получится отдельное. Я, наверное, хочу начать с оттенка, который называется у нас Crush. Это такой нейтральный светло-коричневый оттенок. И нанести его на все веко. По-моему, эта кисточка у меня была в другом оттенке от Pat, и получается макияж у нас выглядит немножко более таким розоватым, чего я немножко не ожидала, но ничего страшного. Дальше я хочу взять оттенок Off Balance, это прямо таки очень красивый лиловый такой цвет, я такого цвета не видела ни разу, если честно, очень уникально смотрится и по-другому. Мне нравится, если честно, что я вижу. Это макияж прямо-таки вдохновленный Валентиновым днем. Я хочу взять этот супер красивый и очень манящий цвет, который называется у нас Hot Mess. Он сделает так, что, в общем, наши глаза будут гораздо более выразительно выглядеть. Знаете, я сейчас думаю так, то, что мне гораздо сложнее сейчас почему-то добрать, ну, каких-то там, не знаю, 50 подписчиков, да, чем это было в начале, то есть это шло-шло-шло, все росло, и сейчас это прям нелегко почему-то, и иногда я просто думаю, на правильную аудиторию ли я делаю свой YouTube-канал, то есть мне постоянно там говорят, мама, папа и все знакомые, муж говорит, что попробуй сделать YouTube-канал свой на английском. Ну, я такая... Заново начинать этот рост, это нелегко. Это нелегко пройти через все то же самое, к чему ты шла. Поэтому, когда у меня будет 1000 подписчиков, определенно мы с вами это отпразднуем. Это будет весело, я уже думаю, как я уже знаю, вернее, даже, как я хочу это отметить. И дальше, конечно, я хочу немножко растушевать то, что у нас имеется. Теперь, если вам интересно, наши планы на День всех влюбленных, это, возможно, скорее всего, дома, потому что, ну, если, допустим, бронировать стол в ресторане, то я думаю, что это уже все забронировано там. Ну и, конечно, маски. Маски все так же просят везде. И никакой гарантии нет, когда это закончится. Ждем не дождемся этого момента. Я знаю, что в России уже очень много где, во многих городах отменяют масочные режимы, если я не права, поправьте меня. И теперь самое интересное, я хочу взять блестки. Меня почему-то очень сильно привлекает оттенок Супернова. С небольшим даже розоватым потоном. Мне кажется, он идеален будет для нашего сегодняшнего образа. Какие они мягкие. Эти тени, они прям как масло. О, это как дуохром. Окей, это как дуохром у нас будет получается. Вау, какой красивый цвет. Мне кажется, это то, что я хотела, то, к чему я стремилась сегодня.
Если честно, ребят, я просто в шоке от того, какая формула потрясающая у этих теней, у меня шиммеров. Я возьму салфетки, чтобы убрать то, что у нас осталось на наших веках, потому что тени очень даже могут легко осыпаться этим. И заодно у нас получилась такая идеальная растушевочная линия. Мне нравится. Дальше я хочу взять карандаш двойной от Huda Beauty, который называется у нас Lifeliner в оттенке Extreme Black. И я хочу провести тоненькую линию вот здесь, чтобы немножко глаз сделать гораздо более такой миндалевидной формы. В качестве тона мы сегодня будем использовать мой любимый тон, о котором я, наверное, говорю в каждом видео. Это ColourPop Pretty Fresh. У меня он в оттенке 45W. Это, наверное, знаете, тот тон, который я использую каждый день. Я возьму свою кисточку от Rare Beauty и просто буду наносить этот тон. Легко. Если вы знаете, ребят, какие-нибудь классные тональные основы, что-то вроде ColourPop, дайте мне обязательно знать, потому что я в поиске своей основы идеальной. Пока еще я, к сожалению, не нашла ее. Неделю назад я купила основу от Morphe, и она оказалась прям такой слишком рыжеватой, что ли. Поэтому, если вы знаете что-нибудь, дайте мне обязательно знать. Я это очень оценю. Мне, кстати, ребят, очень интересно узнать, вот вы за какой макияж на YouTube? За естественный, ну, натуральный макияж, который вы также можете повторить сами, или вы за макияж, который, ну, вот, вы смотрите и такие, вау, какая растушевка, я такого, ну, 100%, у меня такого не получится, короче говоря. Или вы просто любите смотреть макияж, который вы повторите сами, или даже вы повторяете макияж любимых блогеров тоже, или вместе с ними краситесь, и дайте мне знать, мне реально будет интересно узнать. Мне кажется, сейчас, по моему мнению, люди стали гораздо больше интересоваться именно, ну, таким легким макияжем. Все просто и без заморочек, как мне кажется. В качестве консилера мы сегодня будем использовать консилер от Tarte Shape Tape. Это тяжелое ожерелье, как мне кажется. И у меня оттенок называется 20S Light Sand. Я его использую, когда вот я прям знаю, у меня там, допустим, прыщик, или я хочу скрыть какие-то темные круги под глазами. Многие бьюти-блогеры говорят, что очень хорошо подождать, не знаю, минуту-две, пока консилер хорошо усядется на коже, тогда он станет гораздо более плотнее. Я считаю, что если консилер и так уже очень-очень плотный, то, ну, тогда это будет смотреться немножко неестественно, поэтому я предпочитаю чаще всего его растушевывать сразу же. Вижу, что лицо становится, знаете, таким более и более замакияженным, то есть я даже не вижу своих пор, настолько все это скрыло недостатки, и я думаю, что основная заслуга — это, конечно, консилер. Возвращаемся к Huda Beauty. Я хочу взять оттенок Hot Mess, это темненький оттенок, и мы нанесем его на ресничную зону, чтобы хорошо оформить наш глаз. И напоследок возьмем пудру от Fenty. Я хочу просто закрепить этот консилер под глазами. Если честно, я вот думала, что же я хочу нанести на щечки, какие румяна, да, и мне кажется, что самым лучшим вариантом это будет, конечно, палетка от Наташи Диноны, Love Palette, то, что она выпустила как раз-таки к Дню всех влюбленных. Просто посмотрите на эти цвета. Мне кажется, это будет идеальная гамма для того, чтобы подчеркнуть наши глаза сегодня. Перед этим я, скорее всего, нанесу свой бронзер от Nubly, мой любимый, опять же. Я оставлю все продукты, которыми я сегодня пользовалась, в описании. Честно, этот бронзер, он, знаете, вот отличается от всех моих бронзеров, просто потому что он не дает никакой рыжины, и он, мне кажется, является наиболее близким бронзером к моему оттенку, к моему тону кожи. Как будто бы, знаете, на щеках ничего нету, мне это очень нравится, супер естественный эффект. И теперь, конечно же, румяна. Надеюсь, что они не будут слишком... они очень ярко смотрятся, это факт. Это была небольшая ошибка, наносить что-то кремовое на
пудру. Если честно, не нравится, как эти румяна все-таки сели. Реально красиво, и я вижу себя использующей их на день святого Валентина, потому что это потрясающий цвет, хоть он и смотрится очень ярким, когда вы наносите его на щечки, он идеально растушевывается, и ощущение, что это ваш натуральный румянец, я бы сказала так. Сейчас я использую хайлайтер из ее палетки. На самом деле он немножко напоминает мне Pat McGrath, ее хайлайтер, который я недавно делала обзор на него, но все-таки мне нравится немножко больше именно этот, потому что у него, знаете, такой чуть более натуральный эффект, натуральный финиш, я бы сказала, более носибельный, возможно. Посмотрите на эту красоту. Немножко на нос, конечно же. Мне кажется, образ получается у нас супер красивым. Я не могу наглядеться на себя в зеркало, если честно. Дальше мы будем использовать тушь. Моя любимая тушь, как оказалось, изначально я не поняла ее так же, но чем больше я использовала ее, тем больше я понимала, почему люди без ума от нее. Называется она Sky High. Это тушь от Maybelline. Она недавно вышла, и на нее очень много уже обзоров в сети. Я вчера звонила своей маме, она говорит, что... Юля, у тебя ресницы накладные, что ли? Я говорю, нет. Она говорит, она выглядит, как будто бы накладные. Я говорю, я использовала тушь от Maybelline Sky High. Мне почему-то очень хочется подвести... свою водную линию. Я знаю, что не очень многим зрителям YouTube нравится, когда их любимые блогеры это делают, но мне нравится, как глаз, знаете, так очень красиво выделяется на фоне макияжа. Это очень красивое место смотрится, как мне кажется, когда вы идете на праздник, на какую-то вечеринку, на званый ужин. Это реально делает взгляд гораздо более другим. Последний шаг к нашему макияжу глаз сегодня, это будет какой-нибудь серебристый оттенок, скорее всего, из этой палетки, и меня почему-то очень привлекает этот оттенок, но мне кажется, этот оттенок, он имеет в себе какие-то частицы, которые, мне кажется, не то, что я хочу, хотя... Давайте возьмем этот оттенок, почему нет, мне кажется, он идеальным будет для того, чтобы поместить его вот сюда, да, неплохо смотрится. Вот такой у нас получился макияж глаз. Теперь давайте сделаем наши губы. Я очень надеялась, что я сегодня буду использовать помаду от Патрика Та, его очень классную помаду, красную. Так она выглядит супер красиво, и я подумала, что красные губы — это то, что я хочу сегодня. Но так как у нас сегодня только прям конкретно розовый макияж, такой розово-лиловый, я бы сказала так, я хочу сегодня, наверное, использовать помаду от Наташи Диноны из ее новой коллекции Love. Мне кажется, это будет идеальным оттенком, который будет дополнять наш макияж. Я почему-то хочу использовать карандаш от Патрика Та также, чтобы быть уверенной, что помада будет в том месте, где она должна быть. И помада, кстати, одна из самых лучших нюдовых помад, которые я когда-либо пробовала. Чего-то думала, она гораздо более такая коричневатая. Она вот смотрится гораздо более розовой. Не пойму, почему эта помада слезает с моих губ, если честно. Это очень странно, что так происходит. Сейчас это все лучше гораздо смотрится, мне кажется. Последнее, что я хочу добавить к нашему образу, это будет блеск от Fenty Beauty в оттенке Mavi Vibes. Я хочу добавить совсем немножко, потому что если добавить очень много блеска, то это сделает губы еще больше. Мы этого не хотим. Безумно красивый цвет, мне кажется, очень многим он понравился, потому что он уникальный. И последнее, что мы будем использовать для того, чтобы закрепить макияж, это... спрей от ColourPop, называется он у нас Glisten Up. Если сболтать его, то можно обнаружить, что там полно блесток, то есть он реально дает такое сияние, о котором я раньше
не могла мечтать, наверное, я бы сказала так. Так, закрываем глаза. Интересно, вы видите, насколько моя кожа стала гораздо более сияющей сейчас или нет? Но этот спрей, вот когда я смотрю на себя при дневном свете, ну сейчас я тоже при дневном свете снимаю, можно увидеть вот такие маленькие какие-то блестки, которые этот блеск, этот спрей дает. Мне это нравится, реально, немного у меня таких спреев, которые я использую, когда у меня какое-то событие или праздник, ну в общем, нужно выглядеть сногсшибательно. Вот поэтому этот спрей, не знаю, продается ли он еще на сайте Colourpop, но... Я рада, что приобрела его тогда. И вот такой у нас получился образ. Мне нравится, что я вижу определенно. Это то, наверное, что я сегодня хотела сделать. Я сделала бы этот макияж и, наверное, сделаю через пару дней, когда у нас будет день всех влюбленных. Поэтому да. Все, ребята, такой у нас сегодня был туториал для предстоящего дня всех влюбленных. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете о моем макияже. И мне также будет интересно, празднуете ли вы в этом году День всех влюбленных. В любом случае, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, хорошо провести эти выходные, конечно. И я не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео. Пока-пока!